Очень приятно быть здесь, почувствовать знаменитое белорусское гостеприимство. Действительно, оно потрясающее. Есть как минимум две истории, которые никому, кто бы что ни говорил, невозможно изменить. Первая история – это, конечно, Великая Отечественная война. На новгородской земле зародилось поисковое движение когда-то, еще в советское время. Сейчас активно поисковые отряды из Белоруссии участвуют в том числе в поиске и на новгородской земле. Каждый год приезжает отряд из Бреста. Только за последние годы было найдено около 80 красноармейцев, уроженцев Республики Беларусь, в новгородских лесах, в новгородских болотах. И вот эта связь, она никакими ни телеграм-каналами, ни чем-то еще, она разрушена быть не может. Эта связь, она навсегда. Конечно, есть и второй момент, это София Новгородская, София Полоцкая, основание всей нашей истории, фундамент нашей истории находится и в Беларуси, и в новгородской земле. И это тоже невозможно отменить и как-то переиначить.